Буква З. Здравствуйте, ребята, девочки и мальчики. С вами тетушка Азбуковна. Сейчас мы вместе рассмотрим букву З. Для начала давайте узнаем, как она выглядит, и нарисуем ее. Для этого берем в ручки карандашик, цветные ручки или фломастеры, все, что вам нравится, все, чем вы любите рисовать. И вместе со мной нарисуйте контур буковки З. Попробуй нарисовать букву З и раскрасить ее своим любимым цветом. Пускай она радует тебя, будет веселой и озорной. Поставь «нравится» под видео, чтобы отметить, что ты уже посмотрел ролик про букву З. Если ты понял, как выглядит буква З, то найди ее на клавиатуре и напечатай ее. Или попроси взрослых помочь тебе найти букву З. Давай с тобой придумаем слова на букву З. Например, З – зайчик, З – зебра, З – зонтик. А сейчас вспомним имена сказочных героев, которые начинаются на букву З. Например, З – золотая рыбка, З – Золушка. А если ты придумал или знаешь свое слово на букву З, то напиши его в комментариях. А если ты еще этого не умеешь, попроси маму, чтобы она помогла тебе написать букву З. Хочешь узнать подробнее о букве З? В описании к этому видео мы оставили ссылку на наш сайт. Заходи, там ты узнаешь много чего полезного и интересного. Сказки, стихи, песенки, скороговорки, загадки о букве З.